Люди, рожденные 5 числа любого месяца. Мы знаем, что управитель 5 числа или пятерки, да, числа, да, то это Меркурий. Меркурий, он говорит, что эти люди общительные, коммуникабельные. С ним свойственно получать и отдавать информацию. С ними надо делиться знаниями, навыками, умениями, и они отдадут нам сполна, да. Больше всего люди пятерки, они имеют ярко выраженную свою позицию. Они как много знают, да, много обладают информацией. Это очень непостоянные, да, люди, что необходимо учитывать, да, взаимодействие с пятерками. Большую роль для них играет это воспитание детей, воспитание животных, если они есть, да, и семья, и воспитание детей играют большую для них роль. Ведь пятый дом, это говорит нам, в астрологии это дети, да, и в том числе и семья. Они стараются логически подумать, рассчитать все, и как будет для каждого члена семьи, главное, принимается решение, да. Они живут своим четким убеждением и принципами, часто загоняя себя в рамки своего же логического мышления, да. Им важно пересмотреть, да, свои взгляды и работать над расширением своего сознания, чтобы освободиться от этих рамок и своего мышления, да, логическое. Также надо знать, что вам дана способность менять и улучшать традиции, устои и правила, вырабатывать семейные праздники, семейные традиции, да. Вам было бы хорошо стать более гибким, да, в своем сознании и мышлении. Также для пятерок очень важно общение, коммуникация и информация. Для легкого и позитивного продвижения вперед по жизни им необходимо избавиться от упорного, да, сопротивления чему-то новому и искоренить застарелый свой взгляд, да, на жизнь и отказаться от постоянного стремления кого-то поучать, да, или делать замечания, либо навязывать свои взгляды и мнения. Неумение находить компромиссные решения приводит к конфликтам. Избавьтесь от желания спорить и доказывать свою правоту. И тогда все в вашем мире наладится. Ну а я пятеркам желаю всего хорошего, всего доброго. Пока-пока.